Итак, за золотые. Я бы тебе сказал, кто ты. Если скажешь, я обижу. Но мы на стене. Давай мы скажем, когда я... Хорошо, смотри. 37. Я тебя приглашал сняться в «Добром обеде». Это, если ты знаешь, шоу «Джавида» на канале. И ты мне сказал, давай снимемся. В один день мы с тобой договорились. Я оплатил студию, оператора, все. Ты в этот же день слился. Нахуй. Крыса ёба. Было, да? Было. Крыса нахуй. Да, смотри, потом в течение 2 месяца ты меня заёбывал. Типа, блядь, когда нахуй снимем, братан? И ты уже слился. Нет, и я тебе говорю, так давай, блядь, когда ты можешь? Ты такой, типа, ну давай, вот, всё, чё-то. И опять слился. Поэтому. Давай выберем дату. А ты хочешь прям тоже снять? Может, я что-то другое придумаю? Ты просто пообещай, что ты летишь ко мне на коллабу. Но не обязательно на обед. Вообще, плохой подсказ. Давай. Вот если ты меня будешь ебать жопу, весь ролик я залечу. А ебать жопу это не пидорство? Ну, в целом. Не, нормально. Крыса пишет. Это про меня. Крыса, ну да. Короче, а покажи, как я выгляжу для начала людям, потому что мало ли то есть. Что за дрянь?